одна из сотен искалеченных жизней. Это Бим. Сейчас он получил новое имя – Брюс. Но до того, как он появился в лохматой душе, о нем заботились женщины, удивительные, с добрыми сердцами, с потрясающей выдержкой и очень нежными руками. Благодаря им Бим выжил. Вот он на коленочках стоит. Ну вот мы звоним, подъезжаем. Вот он на коленочках стоит. Минут через 10. Вот он. А там коленочки. Я сейчас заглядывала, там и камушки, там и цемент, там все к ним прилипло. Сейчас мы в клинике сфотографируем его коленочки. Ой, там он видно. Ой, там, по-моему, уже опарыши. Янка, там уже опарыши, по-моему. Едем в клинику. Ой, Бимка, ты Бимка. Там ничего не набирается, травма позвоночника. Вот он так на коленках там все. Ущемление где-то нервных волок. Ну попробуйте пазырин поколоть, камбилипен, октавигин. Ну ничего не гарантирую. Ну естественно нужно штанишки какие-то, может быть, с кожи в этих местах. Надколенники какие-то. Ну да, это больно будет, ну хитро. С джинсы сшить, там с кожи надшить. Это все придумать, обрабатывать, снимать, швы надо. Ему нужен рентген? Не швы, это... Рентген, конечно, нужен, чтобы убедиться. В двух проекциях, так и так. Так. А вот этот вот вы назвали прозерин, вот эти этот, вы нам напишите, как делать? Конечно. Напишите. Ну, у него переломано, да? Ой, да, вот ему сыворотку сейчас надо сделать противоклещевую. У них там очень много клещей. Я по дороге сейчас сколько их сняла. Стойте там еще. Да тут их у него туча. Сволочи. Ползут все. Ему нужна сыворотка, как? Сыворотка. Нет сыворотки, есть лечебный препарат. Ну, а он токсичный. А он сейчас не болеет же. Не болеет. Только что вышли с клиники. Вот хорошо сидит. Коленки. Вот. До костей. Мясо. До мяса. Вот. Получили назначение. На рентген сегодня не попали. Там идет сейчас операция. Рентген в другой клинике. У нас нет везде, в любой клинике у нас нет рентгенов. То есть сегодня мы не попали, там операция. Завтра, послезавтра сделаем рентген. Ну, пока что вот так. Вот листок с назначениями. Я в шоке от специалиста, осматривающего собаку. Меня удивляет одно, почему он не пошел в портные. Он так хорошо советовал, как сшить собаке штанишки, так рьяно ловил хищников, клещей и не дал ни одного совета. Он спрашивал у женщин, как им поступить. И руками, как взлет истребителя, показал, как надо делать рентген. Я в шоке. Бимочка. Бимочка, кто ж тебя так покалечила? В ранках песок. Песок, грязь, камни, кожи нет. Ой. Бим остался жив не благодаря медпомощи. Вы сами видели, как ее ему оказывали. Бим выжил благодаря слезам и молитвам женщин, что плакали над ним, омывая его раны своими слезами. Мой самый низкий поклон этим женщинам за их доброту, за милосердие, за сострадание,
и за их силу воли, что они продолжали бороться и искать для малыша выход. И они его нашли. Так, Бим приехал в лохматую душу. И именно здесь мы дали ему двойное имя. Брюс Бим. Ничего, Бим, скоро сам будешь ходить. Да. Какая красота. Скоро сам будешь ходить. Да? Иди, моя мальчишка. Привет всем передавай, привет всем передавай. Вот за несколько минут до отъезда из города делаем маленькую съемочку. Пожелайте нам всем доброго пути, все. О судьбе Бима я узнала случайно от моей старой знакомой. И она попросила меня помочь. Я позвонила девочкам, мы поговорили. И девчонки просто молодцы, замечательные, чудесные, хорошие. На таких женщинах держится наша Россия. Они сами привезли Бима в клинику Сергея Баркова, хирурга, который поднимает всех наших тяжелых собак. И кому я доверяю безгранично. Так Бим оказался в клинике Баркова. Сделали снимок, осмотрели. И Барков вынес свой вердикт. Первые попытки – это и волнение, и страх. Особенно, когда малыш отчаянно колотил лапами по воде, и нам казалось, что он не поплывет. Нам казалось, что у него обязательно попа утонет. Но он держался, и с каждым днем все лучше и лучше. А в груди расцветало просто счастье. Это действительно огромное счастье – видеть, что ребенок радуется. У него на морде написано, как он счастлив. А вместе с ним счастливы и мы. Спасибо всем, друзья, кто заходит на наш канал. Спасибо всем, всем вам за то, что вы рядом. Кроме Брюса, у нас еще спинальники. Это Вайт. Это Кася. О них будет отдельный разговор.
Борьба за жизнь Брюса будет продолжаться не один месяц. Перелом позвоночника – это страшно. Но мы сделали, что могли, и продолжим делать, что сможем. Вы с нами, друзья? Потому что кто, если не мы –